Совсем недавно на этом месте был пустырь, теперь здесь красуются 8 блоков новой инфекционной больницы. Внешне она не кажется масштабным учреждением, впечатляет, как говорят специалисты, ее начинка. Уникальная система вентиляции, она позволяет создавать положительное и отрицательное давление. Это не подвергает персонал и пациентов возможности дополнительного заражения, а еще центр буквально напичкан современным высокотехнологичным оборудованием. По опыту работы операций не так много было в июне, в июле, когда вот мы прием вели в провизорных, так называемых, госпиталях, операций было немного. Но нужно готовиться к тому, что у этих пациентов может быть экстренная хирургическая патология и понадобится оперативное лечение. Мы к этому тоже готовы. В стационаре есть возможность разместить до 200 пациентов. Инфекционный центр уже работает, и лечение получают первые больные. Все эти пациенты обеспечены со всеми необходимыми лекарственными средствами, также кислородами. Кислородная отдельно имеется станция, которая подведена ко всем палатным койкам, не только для реанимации. Обновляют в регионе и парк станции скорой помощи. С учетом новых 52 машин, износ автопарка не будет превышать 20%. Для обеспечения принудительной вентиляции легких. Так у Калимыжи Манкуловой проходит первое знакомство с реанимобилем и его начинкой. До этого к пациентам она ездила на старом УАЗе. Фельдшером в скорой помощи Калима работает уже 28 лет. Несмотря на опыт, инструктаж, условия обязательные. За 28 лет, сколько здесь я работаю на скорой помощи, это впервые Штыгора получает вот такие высококлассные машины. В Штыгору отправляют 3 автомобиля, реанимобиль и 2 линейные машины. Перечень оборудования везде одинаковый. В каждой карете скорой помощи есть аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и электрокардиограф. Есть одна особенность. Особенность комплектации в том, что учитывались проблемы первой волны ковида. То есть должна быть очень сильная возможность кислородной поддержки для пациента. Вот в этой машине имеется запас кислорода в 4 баллонах объемом 24 литра. Это позволяет спокойно даже в режиме постоянной вентиляции довозить пациента Штыгоры до областного центра. Во всеоружии сейчас и лаборатории. Тест-системы закуплены, открыты дополнительные отделения диагностики. На базе филиала Национального центра экспертизы работают 4 из них. Скоро запустят еще одно. Задействована лаборатория на базе Карабалыкской ветеринарной лаборатории мощностью до 300 исследований в сутки. Они, в частности, будут обслуживать людей, которые пересекают государственную границу с Российской Федерацией. Всеми необходимыми тест-системами, реагентами полностью обеспечены. На базе Аркалыкского городского отделения там планируется открытие еще одной ПЦР-лаборатории. Мощностью тоже где-то 300 исследований в сутки. Она охватит как бы дальние районы нашей области. К тому же в регионе увеличен стабилизационный фонд лекарственных препаратов до 538 миллионов тенге. А в аптеках и стационарах имеется двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Щетокун.